Новая столовая находится в просторном светлом помещении. Она максимально приближена к гражданскому заведению. Это обусловлено социальной реабилитацией осужденных, чтобы при возвращении в общество они не испытывали стресса. Ремонт, проведенный в помещении, а также вся мебель полностью выполнена самими осужденными. Сотрудниками столовой также являются заключенные. Новый пищеблок оснащен всем необходимым оборудованием для приготовления пищи. От организации правильного питания и специальной диеты для данной категории граждан напрямую зависит успех борьбы с этим страшным социальным заболеванием. Поэтому считаю, что сегодняшнее мероприятие – это еще большой шаг на пути повышения эффективности лечения спецконтингента. А также в рамках освобождения осужденных этот проект еще очень важен также и для республики, что происходит наша эта борьба с туберкулезом. Лечебно-исправительное учреждение номер 5 отличается от прочих. Сюда осужденные попадают не по приговору суда, а по медицинскому заключению. Не имеет значения мера наказания, которая была избрана для них. Здесь содержатся заключенные с туберкулезом. В данное время здесь находится 283 активных больных. Установленный лимит же составляет 474 человека. Они не только отбывают свое наказание, но и проходят курс лечения. Осужденные получают повышенную норму питания в связи с имеющимся у них заболеванием. Поступление, значит, у нас больные получают полный курс лечения в соответствии с утвержденными Минздравом стандартами. Ежегодно у нас около 65-70 человек переводится в третью группу, то есть клиническое излечение достигается. В последние годы наблюдается снижение заболеваемости этим недугом. Это связано с тем, что все колонии обеспечены флюорографическим оборудованием. Это позволяет своевременно проводить профилактические осмотры и свести к минимуму заражаемость туберкулезом. Юрий Осипов, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.